Привет всем! Вчера, 7 апреля, был День здоровья. Кто-то там начал бегать, кто-то заниматься другими видами спорта. Ну и мы, короче, решили не отставать. Решили устроить себе месяц спорта. Я выбрал себе брусья и буду 30 дней на брусьях. То есть устроил себе такой челлендж. Не знаю, пройду его или не пройду. Короче, фишка в чем? Буду каждый день ходить на брусьях и делать все в виде лесенки. Сегодня старт у меня, решил для себя попробовать с 15 раз 5 подходов. В сумме 75 раз я должен сделать за день. Завтра уже будет плюс 5, то есть по одному добавляю каждому подходу. То есть я буду по 16 раз 5 подходов. Дальше 17, 18 и так погнали целый месяц, 30 дней. На практике это выглядит вот так. Создал табличку в Excel. Первый день 15 раз, второй 16, и так 30 дней. Умножаем каждый день на 5 подходов, и выходит сумма за один день. Так протягиваем на 30 дней и получаем, сколько раз нам нужно делать каждый последующий день. В итоге за целый месяц получится определенная сумма, а именно 4425 раз. Так я выглядел до начала челленджа, и мне было интересно посмотреть, что же будет с моим телом через 30 дней. И вот, собственно, первый мой день на брусьях. Нужно было сделать 5 подходов по 15 раз. С чем я, собственно, удачно и справился. Перед каждым новым днем я всегда делал зарядку. Хорошо растягивал шею, руки, чтобы было легче проходить челлендж. Кажется, что без этого можно обойтись, но я этого делать не рекомендую. Хорошо размялись и вперед. Еще хочу добавить по поводу техники отжимания на брусьях. Возможно, не всем понравится, как я делаю выходы. Но я по-другому не умею. Я не олимпийский спортсмен, не профессионал. Я простой человек, который решил себя проверить на силу и выносливость. Почему я решил делать этот челлендж? Еще несколько лет назад я не мог сделать даже 10 раз на брусьях. Да, вот такой я спортсмен. Решил для себя начать делать упражнения на этом спортивном снаряде. Потом увидел челлендж на одном из YouTube каналов. Там, правда, спортсмен боролся со своим весом и приводил свое тело в порядок. Я же решил просто себя проверить на выносливость, выполняя упражнения 30 дней. Так, что-то я заговорился. Возвращаемся к нашему челленджу. Первые дни было тяжеловато. Тело и руки привыкали к нагрузкам. Тяжело было делать 4 и 5 подходы. Но я старался. Старался все подходы делать за 30-40 минут, потому что были и другие дела помимо спорта. Еще периодически вмешивалась погода. Апрель был достаточно холодный. Температура колебалась от 1 до 10 градусов. Было жутко холодно и замерзали руки. Поэтому иногда желание было закончить этот челлендж и идти домой. Поначалу я старался делать по 5 подходов, как и прописывал в таблице.
но с увеличением количества раз добавлял себе и количество подходов. Но опять же, пытался делать всегда на максимуме. Так на восьмой день я уже делал по 6 подходов, но иногда получалось делать план в 5 подходов. Силы позволяли. На 17 день нужно было сделать 155 раз. Запланировал себе также 6 подходов, но пришлось сделать аж целых 8. На одном из подходов почувствовал боль в голове, прыгнуло давление. Понял, что плохо размялся, вот и получил такой результат. Думал, все, конец, челлендж провален, но все-таки доделал этот день. Целую следующую неделю делал хорошую растяжку шеи, не нагружал организм, постепенно увеличивал нагрузку и боль ушла. Давление восстановилось и дальше погнал делать на максимальных оборотах. Когда начал делать по 190 раз и больше, было очень тяжело на руки. Опять были мысли все закончить, но я собрался и доделал этот челлендж. Последние 2 дня удалось даже сделать за 7 подходов, а это в среднем было по 30 раз за подход. Ну и вот он, ребят, финальный день, был легкий мандраж. Были, конечно, вопросы, а вдруг не сделаю, но все получилось, как и планировал. Привет всем, ребят. Ну что, финальный день, 30-й день челленджа, 30 дней на брусьях. Сегодня буду делать 220 раз. Вчера был целую ночь дождь, поэтому трубы мокрые, ну ничего, тряпочку я взял. Поэтому сегодня все это протираем и начинаем бомбить. Погнали!
есть, сделал 10-20 раз. И хочу вам сказать, ставьте себе цели, несмотря ни на что, несмотря ни на погоду, ни на какие любые отмазки в своей голове, все у вас будет. Всем спасибо, пока. Ну что ж, теперь сравню себя до и после. Как видите, чуть увеличил грудные мышцы, добавил в руках, ушел чутка живот и стала шире спина. А самое главное, я отлично себя чувствую. Ну что, ребята, на этом все. Скажу вам, ставьте цели и добивайтесь их, несмотря ни на что. Всем спасибо.